Добрый день, уважаемые зрители. Рад приветствовать вас на канале Совалмаш. С вами Александр Сударев, и сегодня мы поговорим о том, как проходят рабочие будни в Совалмаш. На строительной площадке работы идут по всем направлениям. Это и бетонные работы, связанные с заливкой бетоном лестничных маршей и лифтовых шахт. Ну и, соответственно, сопутствующие работы по монтажу и демонтажу съемной опалубки. Это и кровельные работы, которые вы сейчас можете видеть на своих экранах, их достаточно много, выглядит это уже достаточно красиво, и мы с вами начинаем видеть, какой вид будет принимать крыша в финальном завершенном своем исполнении. Конечно же, работ действительно очень много. Это и обратная засыпка котлована с пословным уплотнением в тех местах, где это необходимо, потому что основная часть этой работы уже была выполнена. Это и работы по подготовке к заливке бетонных перекрытий третьего этажа. Для этого уже ранее, как мы вам показывали, были смонтированы арматурные сетки, арматурные каркасы, все это было обвязано, установлена соответствующая опалубка, произведена гидроизоляция. И сегодня к этому добавляется смонтированная, установленная бетонная станция, которая уже имеет ввод на, собственно, третий этаж и готова к осуществлению своей прямой задачи, а именно заливки бетона. Поэтому работ действительно много, все они интересны, все, что возможно, мы вам показываем на камеру. Поэтому не забывайте следить за тем, что происходит на строительной площадке. На территории же Совалмаш, арендуемых площадей, в частности, вы сейчас можете наблюдать производственный участок, где практически закончен монтаж автоматизированной производственной линии. Станки уже стоят на своих местах, и на сегодняшний день производится подключение и точная наладка. И уже не за горами тот день, когда мы с вами сможем наблюдать первый тестовый прогон. Ну, по крайней мере, он точно будет осуществлен, ну а мы постараемся это запечатлеть на камеру и продемонстрировать вам. Поэтому, как я уже сказал ранее, следите за новостями, подписывайтесь на канал и до новых встреч!